видите, что подозрительно. Номад, это ты? Слава богу. За мной только тихо. Тут еще остались волколаки. Они мрази каких мало. Иди вперед, призрак. Я следом. Эти сволочи, они убили моих друзей. Они за все ответят, я обещаю. А теперь идите за мной. Слушайте, волколаки намерены свалить вину за свои преступления на Россию. Похоже на то. Не волнуйтесь, изгои скоро возьмут регион под свой контроль. Найдите их!
на Горномушке. Мы ждем команды. Не спрячется, пока я лечу. Вот и моя цель. Опасная штука. Слили пивников. Отлично. Проклятие. Тут вообще ни хрена. Вот так. Пока я не нашел. Что-то не так. Видимо, к нам пришли. Принято. Глядим в оба. Я помогу тебе искать. Это просто посерствуешь. Тут враги! Нет!
Шикарно, Номад. Заплатите за их смерть! Вы за это заплатите! Хватит прятаться, трусишка! Вы заплатите за их смерть! Давай без меня, я догоню. Он очень пригодится изгоям, если они сумеют с ним справиться. Слышал какой-то звук. Теперь изгои смогут помешать волколакам разъезжать по региону. Там вертолет про...
Включим систему безопасности. Включать ночники. Эй, ты кто?
Смотрите в оба. Черт, какой-то странный звук. Готовим перегрузку питания. Предохранитель сорван. Можно устраивать скачок напряжения. Пока что ни хрена не нашел. Ищем дальше. Что-то тут не так. Пока никого. Вообще никого. Питание идет к научной базе проливов. Осталось пробраться на научную базу проливов и устроить там эмипогром. Ugh.
Надеваю ночник. Включать ночники. Все равно я знаю, что враг рядом. Включаю прибор ночного видения. Отсюда. Выходи, трусишка. Надо искать дальше. Все равно скоро пройдем.
Граната пошла! Противник рядом! Шикарно! Нужно помешать волколакам дешифровать данные по когтю. Взял снайпер на мушку. Враг еще рядом! Убили. В яблочко. Пока что.
Такой скачок мощности уничтожит все компьютеры. Все серверы и отрубил систему безопасности. Изгои могут захватить базу. Боумен, Ито, это Номад. Изгои могут занять научную базу проливов. Спасибо. Это обеспечит захват всей зоны. Теперь система безопасности базы не сможет нам помешать. Не буду отвлекать. Боумен. Слушаю, Номад. Данные удалены, но произошла утечка. Да, материалы по когтю им не достались, но они вывезли часть других разработок Скелтек. Это может привести к весьма нежелательным последствиям. Они собираются слить информацию на серверы российской внешней разведки, которые не так давно были взломаны. За этими серверами следят все шпионы мира. Данные тут же уведут. Похоже, волколаки хотят подставить Россию. Все спецслужбы тут же зацепятся за незаконное военное присутствие русских на Ауроа. Дипломатические отношения мировых держав пойдут коту под хвост. Номад, нельзя допустить, чтобы эти данные были слиты. Проведи разведку, а я разработаю план действий. Есть. Конец связи. Боумен, это Номад. Готов к захвату региона. Плохие новости. Волколаки схватили директора Скелтек. Скел в плену? Нет. Скела вывезли еще до твоего прибытия. Сразу после переговоров с ЦРУ о передаче Ауроа изгоем. Но он настоял на том, чтобы Скелтек остался на Ауроа. Директором назначен Джереми Паркс. Если не спасем его, Скел может все отменить, что волколакам будет только на руку. Нужно доказать, что изгои способны защитить Скелтек и его начальство. Дестабилизировать ситуацию и ослабить противника можно, например, следующим образом. Освободи пленных работников Скелтек. Тогда их не убьют после того, как ты спасешь Паркса. И у изгоев будет пополнение. Убей командиров патрулей волколаков, чтобы помешать передвижению их отрядов по региону. Кроме того, ты можешь ликвидировать местный гарнизон волколаков. Понял, конец связи.